показать свои маленькие достижения, которые там были в моей любительской карьере там, и профессиональной. Здесь медали с разных соревнований, которые набирался опыта. Помню, это полноконтактная рука в башне боя. Этот турнир, я помню, такие тяжелые бои проходили у меня, чтобы выиграть. Вот как раз этот кубок, за этот кубок столько крови я потерял. И я думаю, одна из моих больших наград — это пояс ACB. Все, наверное, этот, российская этот, публика помнит, наверное, за этот пояс. Столько крови тоже было этот, потеряно с Петром Яном. Для меня комфортно. Для меня комфортно, ничего не отвлекает. И все родные, близкие рядом, друзья. Мне нравится климат, залы, спарринг-партнеры, тренера. Все шикарно. Откуда произошло твое прозвище «Тигр»? Я тоже позже со школы, интернет-школу, когда я только пришел туда, и когда первый месяц тренировок был, я там хотел со всеми уже спарринги делать, там, которые уже там год-два тренировались. И тренер меня так угол поставил, и я там недовольничал, хотел там спарринги. И он мне говорит: ты что там, как тигр, там, такое лицо сделал. И вот так с тех пор вот так и приклеилось. Я уже с 2005-го, да, тебе был знаком? Или с 3-го? 6-го, да. В школе познакомились? У нас вот тоже еще. С 2005-го мы в одной школе учились, 5-й снаружи, это спортивная школа. Мы там познакомились, вместе тренировались, вместе выступали по любителям, очень много ездили. А вы же родственники? Там вот стали родственниками. Там наши связи, короче, мы же... Ковыряться начали, свой день. Так, за друзей больше переживаешь. За друзей, за братьев больше переживаешь. Самому легче драться, реально. Ты же не знаешь, что они там будут делать. А так, в себе уверен, а в них... А так, раньше тоже так на характер до конца дрался. Особо техники не было, да, вдруг до конца его, короче, тренер оставил. Даже спарринг, когда заходил, последний, короче, там... Час мог спарринги делать человек. Такие жестокие спарринги. Ты же говорил, как нас его называют. Он не спортсмен, он драчун. Ну, такой важный бой, по-любому, я считаю, надо поддержать. Даже хоть не в бою, хоть весогонка, по-любому. Немало вес гоняет. По-любому, когда рядом близкие есть, легче будет морально. Ментально тоже может А так, я думаю, он готов просто чуть-чуть помогать по-любому. Люди не смогут. Едем в спортзал. Сейчас 10 часов будет тренировка. Главное не опоздать. За опоздание бывает такое маленькое наказание. Когда сейчас все основном пацаны на сборах, когда бывает главный тренер Мухаммад Багандов, там нормально, ну, наказание нормальное бывает, как он напиток надо принести тренеру, если опоздал. Мы сейчас едем в школу Абдулманапа Нурмагомедова. И один из лучших залов в России, где собраны все именитые, профессиональные, хорошие спортсмены. И сегодня будет, как говорится, война в зале. Спарринги сегодня. Тяжелый. Тяжелый, да. Мне там 2-3 оппонента обычно нападают по очереди. И будет тяжело мне сегодня. Но я как думаю. Все, мы приехали в школу единоборств Абдулманапа Нурмагомедова. Здесь сегодня будет искры, как говорится. Чтобы пока не опоздали, зайдем. Конечно, я вырос как боец, как начал с ними, как перешел этот клуб. Я вырос как боец. И очень много спарринг-партнеров, весь зал полный просто моей весовой категории. И каждый спарринг, как каждый, как будто профессиональный бой бывает, рубки бывают. И от этого я и расту.
поработал над собой физически, технически, над своим грэпплингом, над своими ошибками. Над всем поработал. У меня достаточно много времени было. И как раз в клетке все покажу. Получилось, что получилось. Моя уверенность меня погубила. И вот какой бы формы ни был, я готовился вдали от дома на такой важный бой. Ну, моя уверенность, я думаю, моя погубила. Уверен был, что он как-то не сможет довести свой прием. Недооценил его игру. Ну, у него такой винстрик хороший, победная серия. И выиграл таких крепких пацанов. И после меня тоже он... Рауф Инастоца и Сергей Петиса выиграл, и, конечно, она заявила себе, ну, на меня это никак не влияет, я, разницы нету, сильный он, слабый, я туда выйду и буду стараться забрать этот пояс. Но он уже это как укомплектованный боец, умеет бить, бороться, и этот, кто как подает бой, я это все вижу в клетке, когда мы уже начнем бой. Будем смотреть его слабые стороны. А так он все умеет. А так сильная его сторона, я думаю, это BJJ, грэпплинг, как и моя. UFC, Bellator, это одни из сильнейших бойцов там дерутся, и все хотят себя попробовать заработать, сделать себе имя. И меня делаешь только в таких больших лигах. Само собой, мотивируют все, которые есть молодые, которые выступают. У них есть как цель попасть туда. Стараются тренироваться, выигрывать и стараются попасть в эту лигу. Это же одна из сильнейших лиг. Я хочу передать моим фанатам, чтобы болели, поддерживали, и я покажу для вас шоу, и мы заберем этот пояс.